Сегодня проходит интенсив в рамках конкурса молодых дизайнеров «Глянец». Конкурс в этом году у нас проходит немного необычно. Мы проводим его в 2 дня. Первый день – это как раз-таки интенсив. Сегодня мы собираем всех дизайнеров, всех участников в стильном пространстве «Тут шьют». Сюда сегодня мы пригласили спикеров из города Новосибирска, из Санкт-Петербурга у нас есть спикеры, которые будут проводить лекции на различные темы, касающиеся трендов на 2021 год, а также будет лекция на тему digital моды. Ну и, конечно же, раскроем тему предпринимательства в легкой промышленности. Для интенсива мы отобрали узконаправленных специалистов по различным направлениям. Хочется заметить, что формат интенсива – лекции без воды. Мы раскрываем конкретные и важные темы, которые волнуют наших участников и, конечно же, пригодятся для повышения их профессиональных компетенций. Второй день конкурса будет 29 ноября, в котором непосредственно мы проведем онлайн-трансляцию, онлайн-показа коллекции участников и выберем победителя.